выносить мяч за пределы поля. Что главная звезда Бергамаска в Твиттере четко подыгрывал. Он не давал. Таким образом, Вански уж точно не должны уступать сегодня Роньола. С мячом идет дальше Никола Заньола. И нарывает. Тупо сналивает Заньола. Плохо мяч принял, но продолжает атаку. Заньола 2-0. Первый оказывается. И Сапата ему проигрывает. И контратака могла. Мхитарян. Заньола. Хорошо, но тут нужно двигать. Против него Хосе Паламино. Заньола один в один может обыграть. Особого резона нет. Заньола на широком шаге далековато вроде бы отпустил от себя мяч. Вера Гасперини себя не особо приблизила к ничейному результату. Хороший универсален. Передача на Абрахама не проходит. Удар Заньола раздумий. И Хуан Муссо спокойненько.